Доброго времени суток, ребята! С вами ассистент Вова. Давайте немного меня переименуем. Как и обещали, новое видео сделать. Будем звать меня Лео. Основной мой аккаунт — это Silver Leopard. Если есть желание, добавляйтесь. В скором времени, если вы будете нам сопутствовать с продвижением нашего канала Double Geek, именно с моего аккаунта вы будете получать рар вещи. Если же вы пригласите более 5 друзей на наш канал, мы можем выдать мификал. И потом сделаем видео с рандомом, там, где именно ваша персона может получить уникальные предметы мификал, иммортал, рар, все что угодно, все что вашей душе желанно. Сегодня мы продолжим снимать наше экспериментальное видео Dota 2. Опять же, All Peak, как бы европейский сервер, но наши русские и украинские, вообще вся территория СНГ собрана здесь, потому что считают, что именно на русских пабах находятся раки, одноногие, ДЦПшники, школьники, все в этом роде. Итак, наше видео будет записываться сегодня более детально. Скорее всего, посмотрим, возьмем мы, наверное, саппорта, чтобы показать, как должен играть, в принципе, адекватный саппорт. Можем взять инициатора, ну, посмотрим по пику, ожидаем игру. Итак, игра найдена, принимаем и ожидаем. Итак, All Peak. Мы ожидаем игру. Смотрим на пик. Не знаю даже, что сказать. Ожидаем очень интересный матч. Комментите, ставьте лайки, обсуждайте, оговаривайте, приглашайте друзей. Будем только рады и будем вознаграждать. Итак, дорогие друзья, мы сейчас, давайте займем, наверное, мидлайн. Не знаю, посмотрим. Итак. Мы можем наблюдать связку Тини Кентавр. Кстати, очень продуктивная связка. В будущем мы покажем на нее видео. В принципе, эта связка на первых 15 минутах просто рвет лицо всем врагам, без исключения. Также у нас есть Рики Мару. Так. Наверное, Фурион джанглер, Рики Мару хардлайн, мы мид. Так. Ну, как таких саппортов я здесь не наблюдаю. Что ж, мы можем. Что мы такое можем взять? Вот, к примеру же. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Лина. В принципе, она подходит как лейт. Ну, как бы если рассматривать ее со стороны точки зрения пассивки, ну, честно сказать, она очень больно рвет. Ну, сейчас мы купим курьера, варды, конечно, мидер это не особо должен делать. Хотя, как бы, не будем удивляться. Мы просто потратим лишний голд на все эти нюансы для команды. Ага. В принципе, на вражескую команду у них два отличных саппорта. Абадон как и керри, и саппорт. Мипа, скорее всего, их игру или выиграет, или проиграет Мипа. Ну и ДК как танк-инициатор. В принципе, ничего нового. Подождем несколько секунд, посмотрим на команду. Может, кто-то соизволит купить курьера. Господи, помоги. Вы, скорее всего, видите отфиженный наш нижний лайн. Так как Рики Мару без Затара, хорошо, сделаем все, как и говорили. Курьер, варды, танго, хилка. И закупимся. Рики Мару, комф. Господи, боже.
Я уже, ребята, так переживаю, чтобы вы оценили истинную игру. Рикимару, подойди, возьми танго. Yes. Come to me, я хотел сказать. Burn a path. Come to me. Так. I go like the blazes. The battle begins. Рикимару! One little spark, and before you know it, money to burn. Рикимару не захотел халявную тангусик. Ой-ой-ой-ой. Фурион не законтролил Трента, и тем самым мы потеряли руну. Точнее, они ее подобрали. Так, против нас на миду Dragon Knight. Интересно, ну, в принципе, он не сможет нас убить. Выкачаем сейв скилл в виде стана. Подформим. Ну, наблюдайте, в принципе. Да, yes. Скорости атаки у нас, конечно, маловато для контроля. Ого-го-го. Да, он меня немного раздражает. Больше. Подогрим крипов под вышку. Не добьем. Атак! Господи. Helter Swelter. Так. Смотрите, он нас задул. Я ж почувствовал всю его страшную мощь. Legal Tinder. Ого, смотрите. Он нам просто задул пол ебала. Yes. Да, это было неприятно. On it. Ну, мы тоже имеем скиллы. Burn 'em up. No money for you. Ого. Oh, that's hot. Так, Dragon Knight у нас уже не ботл. Подберем руну. Тут есть регенерация. Ну, мы заберем выгодную для себя вещь лично. Нам немного осталось до ботла. Сейчас, в принципе, с закаста моего первого скилла я его, собственно, и приобрету. Пока ждем, ждем. Heat wave. Так, несем к себе ботл. Oh, yeah. Вроде бы мы особо не просели. Open fire. А. Heat wave. Ну, не побоимся взять способности. Burner. Ого, смотрите, смотрите. Ай-яй-яй-яй! Нам немножко урона не хватило на смерть Dragon Knight. Ага, ну хотя First Blood сняла наша команда. Вроде бы все хорошо. Итак, наблюдаем сейчас. Если нам повезет, мы сможем грамотно приходовать Dragon Knight. Хотя, вроде он не дурак. Мы в любом случае в него попали. А, не, да, попали. Quick. I go like the blazes. Ого! Вы это видели? Вы наблюдали этот? Смотрите, прям. Хуева туча агрессии сойдет с наших сторон. Да, мы немного.
Ну-ка, пушим Тауэр. Приобретем сапожок. Скажем насчет мисс Dragon Knight. Вот он и идет. Как-то... А, оперативник он вернулся. Ну что ж, там по рунам. Time to hotfoot it. Так, так, так. Yes. Ну просто ультой сбриваем нашего неистос. Ой-ой, смотрите, Абадон. А, хорошо, пойдем за нашей руной. Приобретем замакшенные стики. И принесем их к себе. А, собственно, можно и курьера апнуть. Такая команда просядет в этом плане. Так, так, так. Смотрите, смотрите. Хорошо, хорошо, да, отлично, отлично. Скажем насчет SS Dragon Knight. Так, что мы здесь видим? Мы здесь видим легкие киллы, которые мы совершим через 22 секунды. Получаем руну в качестве богатства. Да. Так, 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 Мипа. Следующим артефактом я планирую собрать даггер или иулы, ну тут, как сказать, по желанию. Да, промазали. Ой-ой-ой-ой! Мы немного... Ну как немного, на самом деле мы пиздец как затупили. Мы просто... Ах. Your middle tower is under attack. Ну, реализовали, вернулись. Так. Your bottom tower is under attack. Heat wave. Burn them up. Ну, будем ждать руну, скорее всего. Oh, yeah. Дорогие друзья, наблюдаем коварный план Dark Knight, который подключил ДД и собирается нас убить. Боже, на самом деле я испугался. Просто во мне сейчас сжалось все мое нутро, так как это было достаточно страшно. Так, Dark Knight, смотрите, он пытается запушить Тауэр, но мы, конечно, не дадим это. Хороший стан в моем исполнении. И просто-напросто... Ой-ой. Нас, в принципе, могут задуть газом. Ну, в принципе, Dark Knight не реализовал себя. Все получилось хорошо. Относительно, если бы он еще погиб, вообще было бы шикарно. Так, купим телепорт. Телепорт. Так, ульта у нас присутствует, можно сделать изи килл. К примеру, на Скаймаге просто выйти, дать ему плюнуть, точнее, лагуной в лицо. Ах, да, дорогие друзья, забыл рассказать вам про скиллы сего персонажа. Первый скилл это Dragon Slave, наносит большой урон по радиусу. Второй скилл это Strike Light. Как бы это стан, такой дизейбл, наносит урон 90, оглушение на 1.6 при максимальной прокачке 1.2. И пассивка увеличивает при каждом нашем использовании скилла скорость атаки и скорость... Ой-ой-ой, подождите, Урион попал за подрягу. Скорость атаки и скорость перемещения. Ульта Лагуна наносит... ну просто сокрушительный урон. Ну, что это такое? Сбриваем Dark Knight, который нагло позарился на нашего Фуриона. Аркан Бутс. Неожиданный поворот. Арканы у кентавра.
Давайте посмотрим еще интересные артефакты у наших товарищей. Кстати, Рикимару достаточно неплохо отстоял свою линию. Прошу у него извинения за заранее обозначение его как дебил и будущий слитый лайн. Так. Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем такую ситуацию, что Dark Knight собирается приобрести барабаны. Так, отлично. У нас уже присутствует неплохое количество голды для нашего будущего даггера. Итак, смотрите. Ой-ой-ой, мы попали в передрягу! Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Да, нехорошо получилось. Очень нехорошо. Опа, Dark Knight. Вражеские ворды засветили нашего Рикимару под Dark Knight'ом и оприходовали его в таверну. Так, да. Даггер наш немного сорвался, но ненадолго. Я вот считаю, что если Скаймаг будет присутствовать на виду в ближайшие 10 секунд, то он об этом пожалеет. Итак, мы делаем быструю телепортацию на мидлайн. Так. Желательно нам попасть в станом, конечно, это не так легко сделать. Давайте зайдем немножко на ХГ для вижена. Ой-ой, блять, как же ж я это люблю! Дорогие друзья, твою же мать! А, боже, какой мужчина! А, да, здесь мы просто показали свой low skill. Неожиданно появился против нас Нипа, Сетка и Таверна. Так, что там у нас с Dark Knight'ом? Dragon Knight'ом, боже. Dragon Knight'ом. Так. Да, что-то пошло не совсем так, как планировалось. Мой даггер должен был быть уже минуты как полторы назад, после убийства Мипа, который очень коварно нарушил все мои планы. Ну, пока постоим на топе. Ай-яй. Так. Какая-то драка на мидлайне. Ой-ой-ой, смотрите, Рикимару нашел фармящего в лесу Мипа. Хорошая копия. Отлично. Прыжок. Как же неприятно. Crystal Maiden, more like Crystal Melton. Отлично. Ребята захотели моей погибели, но не тут-то было, мы же не лоу-скильные ребята. Показали легкую предсказуемость вражеских персонажей. Отлично, у нас наконец-то появился даггер через 5 секунд. Надеюсь, никакая молния меня не шиндарахнет. Отлично. Можем, собственно, попробовать накопить нам на телепорт. Да. Ой, грызанул так грызанул. Ну вот, пока мы добежим как раз до базы, у нас появится телепорт. Так. Ой-ой-ой, драка на миду, хороший врыв от кентавра. Боже, Тини, что вы делаете? Отлично, Рикимару добирает Скаймага. Все, драка выиграна, все хорошо, ничего не происходит. Так, здесь мы видим CM-ку, которая прямо жаждет умереть от нас. А хотя здесь есть такой побочный персонаж. Ну, вот, скажем так, ей не помогло все ее желание нас поймать за хвост. Хелтер Суэлтер.
Так, здесь мы наблюдаем Рикимару. Ай-яй-яй. Как же ж больно. Закрой в сетки, закрой в сетки, хорошо. Продуваем выблядка. Просто нарезаем его сумки, все хорошо, команда. Команда номер 5. Дальше, покупаем следующий артефакт, как планируем покупать ПТМ. Need mana, guys. Вот, мы планируем пока спушить топ. Ренжи не хватило! А, боже, нас Таур бьет. Так, мы снесли Таур. И планируем отходить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вовремя приобретенный дагер кентавра спасает его зад. Хотя не до конца. Так, ожидаем 10 секунд. Если нам повезет и будет какая-то регенерация, инвиз, что-то в этом роде, тогда мы сможем вернуться и хотя бы раскастовать ульту, тем самым забрав хотя бы одного из вражеских соперников. Ага. Да, не так хотелось, конечно, именно этой руны. Отлично. Ай-яй-яй-яй. Не хватит, наверное, маны. Хотя, Рикимару хорошо. Сейчас. Что это было? Вы все наблюдали за этим непонятным... Как это так-то, а? Если честно, я не ожидал такого поворота. Я вроде бы мискликнул по клавиатуре, и получилось так, что мой стан, который якобы должен был попасть по Dragon Knight, и тем самым... Да-да-да, отлично, заюзай, буты, твари. Все. Отлично. Дальше, мы видим иллюзии, подбираем иллюзию. Так, и идем пушить. Что мы идем пушить? Нет. Мидлайн будет легче спушить, так как у Таура уже 500 хп в наличии. Хотя нет, наша команда собралась и решила снести именно низ. Но вот я этому не понимаю. Не нахожу аргументы. Так. Покупаем артефакт ПТ. Дальше. Не знаю. Скорее всего будут или же пас и улы, или аганим, или можно, не знаю, поэкспериментировать, собрать дезолятор. Отлично. Такс. Опа! В принципе, мобильно выигранная игра, я так считаю. Так, что ж, пока не будем ничего приобретать, скорее всего, я сделаю себе фаст аганим. Ну, как фаст? Уже далеко не фаст. Так. Dragon Knight. Like a wildfire. Your top tower is under attack. Yes. Ой-ой-ой! Ну, мы спасли Фуриона быстрым убийством. Боже, смотрите, какая заядлая драка. Dragon Knight против Тини. Тини, кстати, очень имеет неплохие артефакты, на самом деле. Он собирает... Ой-ой-ой, нет, Фурион таки умирает, позарившись на Абадона. Так.
Наверное, мы соберем и Ул Скипетр. Приобретем пока Стафу в Визарде. Телепорт. Что? Так, Рикимару, где фусы? Так. Так, ну что ж. Я думаю, нам он и хватит. Мы переключим ПТ на Стрэнджу, добавим себе немного лишнего ХП. Ого! Вы только посмотрите! Что это такое? Что это за танец инвалидов? Но! Спать! В принципе, драка получилась достаточно интересной. Ой-ой, залагала. Вы не видели этого? Это просто лаг, серьезно. Наш монитор немного остановился на долю секунды, я не успел обратить внимание, куда направлялся вражеский Абадон. К сожалению, я всадил ЦМ-ку ульту. Ну, в принципе, не жалко, боже, 65 секунд. Или 70. 60 сейчас. Так, покупаем следующий артефакт для наших Иул. Yes. Нам осталось всего ничего, 300 копеек. Вот я, собственно... Так. Что за пауза? Итак, попытаемся быстро... Попытаемся с этой пачки крипов получить наш желанный Иул. Ну вот, если катапульта будет наша, а она наша, мы получаем наш Иул. Так. Ой-ой-ой, мы заметили Цемку, которая... А, она не сама, она с кем-то. А вот, собственно, и здрасте! Dragon Knight вышел к нам из Инвиза и разбил нам лицо. Ну, не будем раньше времени огорчаться. Хорошо, отлично. Станы убогие, просто, конечно, жалко. Рикимару вот это что-то ходит, куста ходит, непонятно. Вот я не понимаю логики, почему можно нельзя забрать легкого Абадона с таким количеством дизейбла, диффузами, тучами, с двумя станами. Ну, этого объяснить я с вами не смогу. Понаблюдаем за вражеским мипом, который достаточно силен. Он имеет уже ботинок, дагер, агоним скипетр и базилиус. Так, итак, мы появляемся. Берем свои иулы. Так. Вот. Ой-ой-ой, посмотрите. Хорошо! Отлично! Хотя, я начинаю в этом уже сомневаться, хороший ульт. И просто вот достаточно сильная тыка на Фуриона спасла задницу нашего Тинника. Просто если по нему бы прошел хотя бы еще один удар, то пассивка Мипа бы его убила. Опа, Dragon Knight, который очень сильно нас раздражает. Ну, я планирую сейчас всадить несчастную... Ага, не так кажется... Нет. Кажется, повезло на этот раз вражеской ЦМ-ке. Давайте будем бегать вместе с нашими тиммейтами. А то отсутствие Dragon Knight меня начинает как-то пугать, что ли. О! ЦМ-ка, походу, точно испугалась этого матча и решила ливнуть. Ну, возможно, у нее проблемы с интернетом и прочее. Скорее всего, так оно и есть. Так, ну что ж, сейчас будет достаточно интересный момент, я так считаю, так как собрались основа нашей команды. Что ты делаешь? А, это он подумал, что он уже проюзал дагер. Короче, да, не будем о грустном. О, вы здесь видите Фуриона? Массивный стан! Хорошо. Нет, не хорошо. Подымаем. Закастовываем. Ай-яй-яй-яй.
Этот выблядок что-то знает. Отлично. Все, у вражеской команды минус 5, хорошая драка. В принципе, я считаю, что моя доля незначительная, но присутствует, так как я быстрым движением руки запустил лагуну прямо в лицо вражеского мипа и попал станом в Скаймага, тем самым спас команду от его ультимейт способности и, конечно же, самого очень противного скилла Сала. Ой-ой-ой, наблюдаем ситуацию. Хотя нет, все хорошо, все хорошо. Я думал, честно, не попаду. Да, не успел я спасти нашего Фуриона. Ну, что бывает. Так, а ну давайте. Почему наши тиммейты так сыпятся-то? Посмотрите, посмотрите! Жесткий Рикимару! Попытаемся спасти его тупую задницу. Ой-ой-ой-ой! Так, что там у Рикимару? Саша Яша. Ой-ой-ой! Да, Dark Knight... Dragon Knight, боже, постоянно путаю. Dragon Knight какой-то попался бесстрашный, я не знаю, туча была достаточно неплоха. С моей же стороны, я немного долго думал насчет юзания стана, потому что, опять же, у меня какие-то появились некоторые маленькие задержки, и я не хотел снова промахнуться скиллом. Опа, смотрите, как же легким движением копыта нашего... Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, Диника уже не спасти, давайте не будем подопаться ему, давайте как-то убежим. Так, мобильненько, оп-оп, и все хорошо. Так, Баунти Рун. Отобьемся. Отлично. Следующим артефактом, я вот думаю, собрать Скади или Аганим. Нет, Аганим хочу, да. Так, что же у нас Фурион? Так, Фурион. Фурион. Так, достаточно интересный набор. Так, здесь, скорее всего, у Dragon Knight'а собирается такой артефакт, как БКБ. Yes. Но нам это не составит помех, так как Лагуна с Аганимом пробивает БКБ, и все равно он почувствует очень сильный удар в лицо. Fuel for my fire. Burn him up. I go like the blazes. Так, Dragon Knight на тут наверху. Так, давайте попробуем забрать Dragon Knight. Я считаю, что это очень даже возможно при присутствии кентавра, его станов. Так, смотрите, начинается драка. Непонятно, что происходит. Врывается Лина, дает неплохой стан. Лагуна просто. Dragon Knight отправляется в таверну с такими надеждами. Он дрался с нашим Тини, но не ожидал, что тимплей и наличие трех станов и моей ульты в виде лагуны разобьет ему лицо в щи. Опа. Руна. Так. Что ж. Quick. Напоминаю про наши способности. Третий скилл пассивный. Увеличивать скорость атаки и дополнительную скорость бега при использовании нами скиллов. Первый это... Ого. Первый это банальный дамажащий скин Dragon Slave, наносит неплохой урон по радиусу. Дальше вторая способность это Strike Light. Боже, вы это видели? Вот серьезно.
Это же просто, у меня руки, наверное, матерятся сейчас. Это такой эпичный момент был. Быстрым движением руки мы сносим. И поднимаем. Воу! Привет, гайз! Да. Ну что ж, главное, что, надеюсь, ну, размен двоих персонажей, конечно, саппортящих из вражеской команды, и Тауэр в размен на меня, который поверил в свои силы и ломанулся во всю толпу вражеской команды. Это было опрометчиво. Наш кентавр, кстати, очень оригинальный. Ну, допустим, присутствие Мекки Даггера, это объяснимо, это желанно на нем. Но вот насчет Арканы Дагона, это, кстати, можете оспорить вы, можете предложить собственные сборки на этого персонажа и вообще на персонажей в общем. До конца игры осталось, в принципе, я считаю, около 10-15 минут. Это максимум. Так, на кентавра было покушение. Отлично, мы имеем аганим. Увеличиваем способность нашу ультимативную. Нипа. Нипа собирается с Кадией, Фурион телепортируется. Так, что здесь у нас? Так, 2000 хп у Мипа при... Так. Урон 950, пару скиллов, пару тычек. В принципе, при помощи любого персонажа, любого нашего тиммейта, все будет хорошо. Кстати, можно просто, допустим, выскочить, дать пёздуческую магу, он отправится в таверну отдыхать на некоторое время. Но есть один маленький нюанс. А вдруг он не один, правда? Да боже, ну, я, конечно, мог использовать ульту в такого не особо плотного скаймага, но я пожалел, опять же, промахнулся станом, да, я рак, там все дела, можете это тоже обсудить. Так. Сейчас мы видим, здесь мы, скорее всего, встретим Цемку вражеского с Абадоном. Мипа! Быстрым движением нашей волшебной ручки. Хорошо, вошло по Абадону. Так, мы убили, хиляемся и пытаемся убежать. В то же время наш Рикимару пытается немного попушить. Так. Я планирую вернуться, если же Dragon Knight пойдет дальше по лайну и начнет фармить, то моя лагуна разобьет его милое драконье личико. Ну, как-то так. Да, это был на самом деле easy kill. Ах! Как же больно по нам бьют. Yes. Кстати, я всегда хотел узнать... Да. То, что я хотел узнать, собственно, я только что узнал. Илулы все-таки блокируют голубей. Голубей Скаймагом. Отлично. Руна. Следующим артефактом я планирую собрать Хекс. Radiant structures are fortified. Да. Покупаем мистик став. Yes.
или же Шива, ну, скорее всего, Хекс, он как бы более лояльный и актуален в этой игре, допустим, после контроля того же Dragon Knight. Как-то так. Смотрите, смотрите, сейчас вроде намыливается какая-то драка. А, меня что-то ударило. Мои тиммейтам просто насрать. Ну давайте хотя бы лагуну ударим. Вот смотрите, как приятно почувствовал Dragon Knight нашу лагуну через свое БКБ. Кстати, у кентавра есть мека, но он почему-то ее не юзает. Не знаю, принципиально или нет. Can't use the mecha. And use the stun. О, смотрите. А вот зря он начал дальше драться. Если бы он отбежал, может, как-то замансовал бы от сетки мипа, он бы успел бы юзнуть свой дагер и скрыться. Хотя наша команда очень продуктивно сносит вражеские бараки, пока мипа торговал своим личиком и убивал Тавра. Ой-ой-ой, смотрите, смотрите, просто мипа подошел и получил, сука, бревном по лицу от нашего гиганта Тини. Рикимару там, наверное, в своем инвизе немного подохуел, потому что его все-таки зацепило пуфами мипа. Так, что у нас по средствам? По средствам у нас немного. О, смотрите, наверное, следующим артефактом он будет собирать Тараску. Он идет за покупкой, наверное. А нет, он собирается Кирасу. Ну, я бы собрал Тараску, честно. Так. Так. Ну что ж. Что-то я немного задумался о своем, о жизни. Ну что, побежим. Так, что у нас? Ну да. В принципе, у нас Рикимару такой, как бы, немного хуесосный. Но, как сказать, вовремя пихает свои диффузы. Так, мы пока бежим. Бегай за драмер. Так. Oh, yeah. Очень, смотрите, хитрый план от кентавра, хороший стан. Вообще просто шикарно и просто вот так... Вот же ж я негодяй, да? Подумаете вы, ну господи, 45 секунд, что, жалко что ли? Нет, конечно, а так... А так, о да, смотрите, у Dragon Knight'а забомбил пукан. Он говорит, топ-тим и так далее. Не будем. Ого-ого, смотрите, кентавру вообще очень неприятно. Так, мы сносим. Мы уже дошли до вражеских... До вражеского фонтана. Ого-ого, посмотрите. Какая заядлая драка. Мы просто идем со стороны пичкаем. Просто пичкаем. Подожди, у тебя что, ульты нету? Так, давай мы тебя подымем, паршивец, и просто сбреем твое лицо. Так. Ну, я думаю, что на этом игра заканчивается. Мы так и не реализовали то, что хотели, там, Хекс в планах, все в этом роде. Вот, сука, смотрите, застрелил нас. Эта тварь с бревном забрала у нас пачку крипов. Ага, тут такой... Да господи, ну это... Ой-ой, смотрите, БКБ прожег парниша. Но фонтан был снесен раньше. Итак, с вами был Сильвер Леопард или же Вовочка. Подписывайтесь на канал на YouTube Double Geek. Ставьте лайки, комменты, желания. Это было новое фан-видео по Dota 2. Следующее видео зависит только от вас. Оставляйте комментарий, кого вы хотите увидеть в следующем матче. Собственно, все. Всем пока.